Боцман сухогруза «Одесса» Федор Кандыба просыпается с огромного бодуна в своей квартире на Малой Арнаутской, 13. Чтобы понять, с какого бодуна просыпается Федя Боцман, всех мужчин призываю вспомнить свой самый большой бодун и умножить его на 10. И вот с такого Кандыба просыпается, и у него в голове только одна мысль – как вызвать подъемный кран, чтобы поднять веки. А в большой клетке у боцмана говорящий попугай из берега слоновой кости. И этот попугай видит мучения хозяина и от всей души хочет ему помочь. И он кричит: «Федя, давай выпьем!» А у боцмана колотун, и он еле-еле ворочает языком, угрожает попугаю: «Ну, змеюка попугай, если я тебе еще хоть раз слышу вот это, Федя, давай выпьем, я тебе крылья повырываю». И полтора часа Федя мучается с веками, а попугай полтора часа молча ходит по клетке. Через полтора часа попугай говорит: «Федя, я вот тут так походил, подумал, на кой мне крылья в клетке?»